представителей 21 компании во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Олегом Владимировичем Коробченко. Между Россией и Таджикистаном складываются очень добрые, теплые отношения. Буквально недавно уважаемый имам Али Рахмон приезжал в Татарстан на игры будущего, и он был очень доволен. Он встречался с руководителем Татарстана Раисом Республики, и наша встреча была настолько теплая, сверх плана в два раза, и были достигнуты очень много договоренностей, которые сейчас мы должны воплощать. Буквально за эти полгода уже несколько бизнес-миссий было посетили Таджикистан по медфарме, по легкой промышленности, по созданию здесь промышленного парка в Кулябе. И сегодня мы приехали сюда, делегация порядка 40-45 человек. Прошло открытие, и у нас большая насыщенная двухдневная программа. Мы будем посещать и нефтеперерабатывающий завод, будем посещать текстильные предприятия. У нас в планах переговоры по фармацевтической отрасли. Но вообще в целом, если мы говорим про Республику Татарстан, то, конечно, это мультиотраслевая республика, как субъект Российской Федерации. И все передовые технологии, включая IT-направленность и автомобилестроение, шинная промышленность, это все, конечно, востребовано в Республике Таджикистан. Вы знаете, что каждая третья шина в России производится в Татарстане, каждый второй грузовой автомобиль. То есть потенциал огромный. Конечно же, по линии торговых палат идет активная работа, в том числе по привлечению бизнеса, по обмену опытом, мнением и по тем новым технологиям или услугам, которые предоставляет торгово-промышленная палата. Сегодняшний форум – это как раз итог того визита, который был президента Таджикистана в Татарстан. Мы знаем, что готовится ответный визит, и вот все эти мероприятия, это форум – это такая подготовительная большая работа, которая должна в конце концов привести к тому, что у нас, возможно, будут серьезные подвижки с точки зрения именно взаимоотношений уже как субъект Российской Федерации Татарстана с Таджикистаном. На мероприятии был отмечен богатый потенциал сотрудничества в сфере горнодобывающей, энергетической, легкой и фармацевтической промышленности, а также в сферах машиностроения и подготовки профессиональных кадров. Особо было отмечено, что в Кулябе будет открыт инновационный промышленный парк. Там промпарк, он большой, и мы туда хотим завести несколько производителей, переработчиков, ну, во-первых, хлопковых переработчиков с глубокой переработкой, получение уже готовой продукции и поставки в России. И ряд компаний, которые тоже туда хотят зайти. Но сейчас нам нужно сделать якорного резидента, вокруг которого начнет формироваться все бизнес-сообщество. Я думаю, что это у нас получится. Также идут проработки по линии КАМАЗа. По легкой промышленности, конечно, по производству текстиля Таджикистану вообще равных нету. И я думаю, нам нужно делать акцент именно на производство, не только сбор и поставка сырья, но и глубокая переработка. В рамках форума проходят двусторонние переговоры, встречи с предпринимателями, государственными органами, профильными министерствами и ведомствами. По итогам встреч и переговоров будут подписаны взаимовыгодные контракты. Зумрад Файзиева, Фаридун Абдурахмонов, Мехрус Джумаев. Новости.